Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Сейчас буду пересаживать из инкубатора. О, ладно, оно не мешает. Так, еще подвину этих, пересадил в клетку. Которые были второй выводок. Вот, смотрите, сколько пыли накопилось. Это все от цыплят. Пыль от цыплят. Не знаю, каким боком от цыплят, но появилась. Желтая такая. Так, ну смотрим. О, кому-то не повезло. Что делать? Оставим их в этом. Так, тут вода есть. Ого, ого. Вот это да. Вот это да. Они же сами выпрыгивают, смотрите. Так, ну, тех, что слабые, оставим внутри. Так, это 4. 5, 6, идем, 7, какие резвые, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, пойдем, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. Вот это что-то тут не то. Так, этот у нас погиб. Непонятно по каким причинам. И один забрался под туда аж как-то, каким-то образом. Так. Да, двигатель мешает. Сильно мешает двигатель. Надо будет переделывать конструкцию, чтобы тут... Неудачная конструкция, я вам так скажу. С двигателем несъемным. Те, что инкубаторы теплуша, которые там 72 или сколько там, то они хорошо себя там можно вынуть. Двигатель, все эти штуки. Идем, малыш. Куда ты убегаешь? Ой, забыл посчитать, сколько же у вас там. Так, смотрим. Снизу никого. Никого. Укладываю обратно. Ну, это что-то не то случилось. Так, повынимаю пустые. И заодно пересмотрю. Похоже, что этот не выживет. И еще там я одного отсадил. То пересадил вместе со всеми, скорее всего, что тоже не выживет. Но это уже не столь важно. Мне главное... Так, смотрим, ребята. Это было плюс 3 градуса. Те яйца, которые были с крестиками или с полосками, я уже не помню там. Это было сбор при плюс 3 градусах. Вот. Вот.
Так что. Не, ну, цыплята, допустим, эти могут там выдерживать и разную, зародыши могут выдерживать разную температуру, вот это, после кладки. Ну, оптимальная плюс 5. Так, ладно, смотрим. Так, еще вот эти. Я вынул для того, чтобы пересмотреть те яйца, которые... Так, это похоже у нас, не знаю, похоже, что не будет ничего. Ну, не знаю, посмотрим. Так, положим в центре. Вынул скорлупу не потому, что я хочу вынуть, а потому, чтобы пересмотреть, есть ли тут, будет ли кто-то вылупляться вообще, в принципе. Так, тут надо закрыть. Накрыть. Тепло не выходило. Такие активные, просто кошмар какой-то. Карачуны мои, карачуны. Так, похоже, что это будут. Так. Нет, нет, нет и нет. Один остался, значит. Ну что ж, посмотрим, выживет ли этот цыпленок. У него еще и вертолет, но это вертолет не от того, что он летчик-вертолетчик, а из-за того, что в голове неправильно. То есть это не расклев, это, ну, что-то там не так выросла голова. Возможно, это было прилипание. Было мало охлаждений, прилип плод к этому, к скорлупе, не знаю. Тут показалось, что тут движение какое-то. И обязательно проверяйте, если этот, нагреется ли он до конца. Также влажность. День 22 сутки здесь. По крайней мере, один здесь под подозрением. У него на животе такая вот грыжа, как тот, что у меня скончался тогда цыпленок. О, те там летают. Значит, видите, ну, я таких называю свиней. Свиньи. Свиньи они. Вот они кто. Они цыплята. Значит, решили покупаться в кормушке. Выбросили все. Все, что только возможно. Вон там внизу на полу видно. Ну, то я потом подберу. Освобожусь. Сейчас у меня еще утренние дела продолжаются. И... Ну, я смотрю, что чувствуют они себя хорошо. То есть им не холодно. Сейчас попробую заглянуть сверху. Да, они не, им не холодно, они не жмутся друг к другу, не лежат, ходят там вообще. Там у них мухи летают. В принципе, все развлечения есть. Так. О, оса. Осу сейчас вынесу. Ну и будем заканчивать. Эти, в принципе, чувствуют себя нормально. Осы стали лететь в дом. Все, улетело. Дождь у нас заканчивается. Начинает цвести яблоня. Хороший такой дождь. С вами был Арсений Селезнев Зверобой. Пересадил цыплят. Потери первые.
Ну и живые, очень такие живые, те, что прямо выскакивали. Один даже решил пронырнуть под низ, посмотреть, что там, андеграунд какой. Так что карачаны да будут веселые. Да, дождь заканчивается. Жалко, конечно, но ничего. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев-Зверобой. Пересадка цыплят удалась. Скорее всего, что один вылупится. Может быть, посмотрим. Еще через несколько часов к обеду подойду, посмотрю, как там дела. Если нет, то выключу, того пересажу уже к остальным. Пусть уже как будет, так и будет. Смотрите обновления. Пока!